Пока готовил, у нас гости, но я уже ничего сейчас не снимаю, потому что мы уже все съели. У нас было бинди, дал. Ну, все так вкусно, что уже снимать. Почему, почему, да, девочки пришли купить украшения. Почему, почему взяла, взяла in the kitchen, взяла камеру, потому что пришел ребенок. Да, это Лариса, потому она у меня не снималась, поэтому представляю публике. Лариса тоже из Севастополя, нет? Нет, я с Кемеровской области. С Кемеровской. Очень приятно. Сайбия. И Мариночка с Севастополя. А это Патрик, девочки, знакомьтесь. Да. У кого какие домашние животные? Да, мы уже вчера знакомились. Хотите, хотите, возьмите бананчик, мы дайте нашему Патрику. Возьми на кухне бананчики. Да я also will want will give them. Я, я. Он какая прелесть. Don't be afraid. Не бойся. Don't be afraid. Так, давай, давай, говорит, взятками, обижайте меня взятками, да? Подождем, пусть кушает. Марина такая, очередь. Еще будешь кормить, Ларис? Хочешь еще покормить? А это есть фотоаппарат-то? Подожди, подожди, фотоаппарат-то есть? Давайте мы вас это сфоткаем. Wait, wait, darling, фото, фото. Ты куда посматриваешь? Ты куда мои бриллианты там пялишься, товарищ? Конкуренты, это мы пялимся на бриллианты. Дай бананчик, она хочет бананчик. Wait, wait, let me make photo. Подожди. Держи. And now my line. Так, ее очередь, да. А, подожди, у тебя еще есть. И в руках, и в ногах. И в руках, и в ногах я еще готова. Ты все равно, ты сделай. Слушай, ты подойди поближе, нет, подойди поближе для композиции. Я happy. Проверь, а то может Патрик там, а тебя нет, или наоборот. Благодарю. Он ухоженный у вас такой хороший, к нам какие-то облезлые приходили. Не, ну на бананах-то, девчонки, взрощенные на парном молоке. Кормили такого хорошенького, так вы его, может, и причесываете? Да вы его причесываете. Шампунь. Слушай, а есть специальная расческа, ковшик вычесывать, может, вам в следующий раз привезти? Расчесочку для ориджинов. Патрик, хочешь, мы тебя причешем? Ой-ой-ой. Да хулиган какой-то. Нет, ну у вас очень культурный. Вот он к нам приходили вчера разбойники. Мама, don't go too close. Угу. This is fine. Look, we do some medicine food. You don't need too near. They are eating? Понравилось, да? Спасибо. Волшебно. Thank you. Но у нас нету, вот видите, электричества опять уже целый час, наверное. И holding banana with his foot. А у нас тоже выключаем. Что-то, наверное, во всем поселке. Иногда по несколько часов. Два дня назад не было часов пять. Now it's full. С 10 до 3. Almost full. По дороге, как ехать к доктору Рау, там меня кабеля такие толстые кабеля на столбу вешают. А. Вообще вот такие вот толстенные. Так что тут кардинально все меняется. Угу. В сторону цивилизации скоро уже не будет этой сторону цивилизации. Да ладно, да ладно. Это будет не Индия. Да. Не Таиланд. Eat later. Eat потом, later. Возьми домой бананчик. Потом, потом. You want now, everything now. Because he cannot keep. Да, ему негде прятаться. Он только за щеками, у него нет кармашков, нету рюкзака. Зато у него есть лапки, аж 4 штуки, в которых и хвостик. Набрать бананы. Вот так вот, ич. Хвостик и за щеки он прячет, у него там мешочки. Большой, хороший банан. Патрик, старалась. Ну все, давай, Патрик, давай уходи, наверное. Да я помою, помою. Ты там это не я, переживай. Ну, хотя бы составила. Ага. Все трясти, все трясти. Я. Бай-бай. 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 Посмотри, как
Приходит. В общем, нас обедало не четверо, а пятеро. Да, пятером. Он, наверное, унюхал, что мы тут вкусно кушаем, и пришел тоже. Получились хоть фотки-то, посмотрели, нет? А то пока есть возможность перефоткать. Very good. Бас, finish it. Бас, салон. Давай, пойдем. Пойдем дома. Салон, там, где, там. Получилось фото, да? Да, фотки очень классные. Только морщины надо разгладить, а так все хорошо. Морщины разгладить. Патрик вот не парится насчет морщины разгладить. Прекрасен. Какой есть, такой прекрасен. Он говорит, я ему сейчас дам, и ты быстро закрывай окно. С другого окна он его позовет. У нас такой, да, я знаю, что надо закрывать окно. У нас такой трюк по выманиванию питомца, иначе не уйдет. Да, у нас командная работа по отвлечению. Угу. Так, ну надо быстренько. Очень хорошая фотка, мне понравилась. Что уже природа сделала, то есть... Я про себя. Мамки выглядят... Я про себя? Он прекрасен, Патрик. Ой, да ладно. Каждый прекрасен по-своему. Ну, прикольно, чуть-чуть, да? Много слева окна, а справа... Ничего, зато характер видно. Ну, в смысле... Зато видно. О, ага. Да, еда. Ой, свет, да будет свет, чтобы да. Чтобы потом не говорили, что мы с пустыми у тарелками сидим. У нас чудесный салат, да, и бинди, да. И дал, и лепешки. Все закончилось, к сожалению. Да, видео должно логически завершиться. Мы даже не успели взять камеру, когда еще другие гости заходили. Да, приходили еще гости. Семья познакомится. Не зарастет народная тропа, да? Но думаю, ну как-то должно же видео закончиться гармонично, чтобы подошел лифт. Еще где-то у меня очки. Беги. А, glasses, sunglasses, she forget somewhere. Какой подъезд шикарный. Да. Раньше у нас крыша была открыта, очень красиво с крыши был вид. А сейчас не разрешают, закрыли. Ну, посмотри вот оттуда, вот пока Саша не ушел. Глянь на секундочку, какой там вид. Ты видела, нет? Ага. Чало Гёлс, сейчас она. Фоточку. Большой Хамаман виден так хорошо вообще. Да вообще потрясающий вид, да. Вид просто великолепный. Да. Ну все, давай, счастливо, моя хорошая, счастливо. Ага. Спасибо, что пришли, пока-пока, давай еще раз. Ирочка, спасибо большое за все, чистого сердца. Ирочка, у тебя есть мой номер? Пришлёшь сообщение, когда готовы? Хорошо, ага. Он вам покажет дорогу просто, если вдруг вы, да, забыли, как идти. Сайрам. Всего хорошего.